Что случилось с передатчиком? Понятия не имею. На твою частоту вылез Валера и приказал мне убираться оттуда. Как раз в этот момент епошки начали поливать его густой грязью. Так тут действительно что-то нечисто, да, парниша? Удалось что-нибудь разузнать? Агава сказал, что Валера как-то связан с марсианским следом. Тебе это название что-нибудь говорит? Марсианский след? Некоторые считают, что президент компании Mars Corp, многоуважаемый мистер Лонгвуд, также является главой нескольких крупных криминальных структур здесь, на Земле. Кроме того, ходят слухи, что с доходов этих банд он финансирует незаконные проекты компании. Незаконные проекты? Это вроде заговор. Поговаривают, что компания придерживает деньги, отпущенные на терраформирование Марса, чтобы вложить их в другие нелегальные проекты. Предполагают, что Mars Corp тайно проводит эксперименты над людьми, что-то с клонированием и воздействием на человеческое сознание. На это нужна куча денег. Да и борьба с Кастером и его повстанцами не бесплатна. Но ты-то наверняка кое-что об этом знаешь. О Кастере? Извини, парниша. Я все время забываю о твоих проблемах с памятью. Я имел в виду командора Кастера и его ополчение. Его называют новым мессией, сражающимся за свободу Марса. Какое-то видение. Что значит видение? Ты что, подсел на какую-то дрянь, парниша? Если Валера об этом узнает, тебе не сдобровать. Да нет, я чист. Первое видение у меня случилось, когда мне в голову запихивали паука. Я видел человека в черном, командира перед боем. По-моему, это был Стоун. Парень, о котором упоминали епошки. Может быть, это что-то из моего прошлого? Без понятия, парниша. Я спрошу у пары знающих людей, что они об этом думают, и дам тебе знать. Но постарайся не попадаться на глаза Валеру. Не хочу, чтобы он видел, как ты падаешь в обморок. Это самая большая и, пожалуй, единственная водоочистительная станция в городе. Единственный источник питьевой воды для всего Монтек-Сити. Полчаса назад станция была в наших руках. Вот почему вы здесь. Чья это работа? Нападение – дело рук рейдеров вооруженной банды, контролирующей черный рынок воды. Первичный видеоанализ показал, что они пронесли несколько контейнеров с какими-то химикатами. Скорее всего, они собираются отравить источник. Мы подозреваем, что их цель – перехватить монополию на питьевую воду и отнять у нас власть над городом. Мы должны немедленно нанести ответный удар. На станцию есть только один вход – на севере. Санчес и Франклин, вы возьмете снайперские винтовки и заляжете вот здесь. Будете прикрывать наших ребят. Все ясно? Вот, ты поведешь главный отряд. Отряды Альфа и Браво последуют за тобой. Цель – уничтожение рейдеров и захвата чистых сооружений. Контейнеры с химикалиями представляют большую угрозу. Их содержимое ни в коем случае, повторяю, ни в коем случае не должно попасть в воду. Мы точно не знаем, что в них, и не можем позволить себе рисковать. Станция должна быть захвачена как можно скорее, в рабочем состоянии. Это ясно? Тогда выдвигаемся. За дело! Прилегающие зоны контролируют чертовы снайперы, и мы не можем их отследить. Их защита слишком мощна. Чейзер, ты должен пробраться внутрь и открыть нам ворота. Осмотри зону и найди какую-нибудь лазейку. А мы пока отвлечем снайпера. Я его вижу!
Уходите!
Уже близко. Мы несем тяжелые потери. У нас остался последний шанс достичь цели. Сбрасывайте бочки в воду и мотаем отсюда. Есть. Отходите бочки от края, или мы откроем огонь! Мы не в том положении, чтобы отдавать нам приказы, лейтенант! Не двигаться, или вы все покойники! Если вы думаете, что застрелив нас, предотвратите заражение, то вы еще глупее, чем кажетесь. Вы провалили дело, станции конец. У вас не осталось ни шанса. Я так не думаю. Зря вы рискуете водой, лейтенант. Если сейчас же не бросите оружие, нам придется вас покончить.